Сегодня состоялась презентация перевода книги митрополита Илариона Алфеева «Нагорная проповедь», которая является частью его шеститомника «Иисус Христос». И в честь этого был дан концерт, который состоял из произведений митрополита Илариона, из литургических произведений, а также были исполнены фрагменты его рождественской оратории. Что характерно для этого концерта, то, что он в каком-то смысле был уникальным, потому что литургические произведения митрополита никогда не исполнялись во Франции в концертном варианте. Особенно рождественская оратория, фрагменты которой были исполнены сегодня на концерте, они написаны для большого хора, для двух больших хоров, если быть точнее, и оркестра. Поэтому, так как у нас не было сегодня представлено оркестра, мы решили представить в ином виде, соединив два хора и придав этому произведению, я думаю, я надеюсь, новое и интересное звучание. Митрополит Илларион цитирует знамение распев в каких-то местах, в частности, в Великом Словословии, какие-то мелодии. Он немножко, я думаю, специально стилизует под знамение распев. И также его оригинальная гармонизация скорее современная. И достаточно простая, написана также доступным музыкальным языком, что, я думаю, что это было тоже сделано специально, с одной стороны, чтобы подчеркнуть молитвенность нашего богослужебного пения, что оно не должно быть слишком сложным, слишком замысловатым, в чем-то отвлекающим от главного, от слова, от молитвы. А также написано так, что, в общем, практически любой хор способен выучить и исполнить его музыку.